общем, ну, короче, как вечно мы едем в сторону Брисбена, так постоянно дождь. Не знаю, что это тут место какое-то аномальное посередине. Короче, привет. В общем, я хотела такое легкое пояснение сделать ко вчерашнему видео про анонс шоу «Ночного рандеву». Просто, как бы, ну, я так поняла, что непонятки у некоторых, и более, как бы, подробно, не в такой креативной манере объяснить, что это и вообще, что из себя представляет. Что-то я как-то говорю по-дурацки. Ну, в общем. Короче, вот в ночь с 7 на 8 марта, ну, как бы, получается, 8 марта в 12 часов ночи несколько девочек, блогеров, колотит вообще, блин, прям, ну ладно, выложат свои видео на тему, значит, в чем вообще фишка этого, как бы, проекта, да, совместного. Наверное, каждый вообще хоть раз в жизни своей вставал ночью чего-нибудь там найти в холодильнике пожевать. И, короче, фишка в том, что, значит, ключевые такие слова, что шуточка по поводу того, что еда мерзнет без меня в холодильнике, иду ее спасать. Ну, то есть, как бы, набивать желудок ею, как бы, спасем еду, которая там замерзла совсем без нас. Вот. И как бы весь смысл в этом. То есть, в общем, это будут такие кулинарные видео. Значит, что можно по-быстренькому там сделать, приготовить посреди ночи и очень радостно все это дело схомячить. Вот. И эти рецептики будут перемежаться с какими-то там, значит, полезными, как это сказать, лайфхаки, короче, это называется. Вот, какие-то там советы, которые будут очень полезны в приготовлении. Что-то я полезно, в общем, намешала все в одну кучу. Вот. И смысл, как бы, всего этого в этом. Значит, показать быстренько рецепт, все это дело, как бы, с юморком приправить и тому подобное. Поэтому, значит, вот у меня там, как бы, получился такой вот ниндзя. Вообще, кстати, вчера вот понедельник был, и этот проект еще приурочен к другому проекту, который называется «Танцы по понедельникам». Если вобьете в поиск, не в Гугле, а в Ютубе, просто «Танцы по понедельникам», то увидите, что девочки тоже там пляшут каждый понедельник. Это, как бы, протест против грустных понедельников, против хандры в этот день недели. И типа объединение, короче, всех там по всему миру, не только из России, с Украины, ну, везде, кто там где живет. В общем, все мы тут за мир и за юмор и так далее. Вот. И вот смысл вчерашнего этого видео было, как бы, проанонсировать шоу «Ночной рандеву у холодильника». Вот. И так как это должно было выйти анонс в понедельник, я там пропустила предыдущие понедельники, то нужно перемешать это еще и с танцами. Вот этот анонс с танцами по понедельникам. Поэтому я там возле холодильника какие-то па выдавала. Наржалась вообще просто. Особенно, когда я монтировала это вообще. Вот. Ну, муж у меня тоже уже несколько раз пересматривал. Тоже мы ржали там с ним вчера. Короче, еще он меня не снимал, я снимала все сама. Как бы в качестве держателя камеры был, естественно, ой, как он называется, не планшет, а тренога-то вот это вот. Вот, и я дождалась, пока он уедет по работе, и давай же скорее это все снимать. Дело в том, что вчера до меня только вообще как-то осенило и дошло, что понедельник-то, я проснулась утром, понедельник, ля-ля-ля, что-то, и до меня дошло, что это последний понедельник, перед этим 8 марта, а у меня ничего не снято. Короче, я начала судорожно там думать, как это все должно выглядеть и вообще. В общем, как-то мне эта идея про ниндзю, я не знаю, пришла в одну секунду, я аж начала по дому ходить и искать какие-то там атрибуты.
этому делу, к видео, короче, одежду же. Ну, черное я не особо ношу. Ну, короче, нашла чего-то там, выискала. Так вот, в общем, муж мне ничего не помогал, ничего он не делал. Все, я там сама это плясала и так далее. Вот, он единственное мне смастерил меч этот самурайский. Короче, это была, естественно, палка от швабры, я ее открутила, и он мне на ремень, короче, скотчем. В общем, из подручных материалов. Вот, и, собственно, это вот все, что он как бы мне помог, все, что он сделал. Вот, ну, собственно, я хотела просто, да, вот пояснить, что к чему, и что из себя представляет это ночное рандеву-то. Надеюсь, сейчас как бы попонятнее стало, я просто, ну, не всегда супер классно объясняю. Вот. И, собственно говоря, встретимся 8 марта в 12 часов. Каждый, как я уже говорила, предоставит какой-то там рецептик. В общем, девочки, естественно, все, которые там подключены в этом проекте с юморком. И, кстати, если... Не если, а соберу я ссылки на девочек, на их видео, вот эти вот анонсы, тоже можно посмотреть там, похихикать. Потому что у каждой какая-нибудь оригинальная штучка и сделана в видео. Ну, в общем, короче, креативные люди с юморком были подключены. Так что вот так вот. В общем, вот что представляет из себя это шоу. Такая как бы... Веселая задумка, креативная. В общем, вот так. Кстати говоря, кто, может быть, хочет открыть канал, не знает, о чем вообще снимать и так далее, вы можете подключиться к этому ночному рандеву, можно сказать, и, допустим, свое первое видео сделать об этом. И вам даже будут предоставлены видеоинструкции по этому поводу. Это нужно написать Лене 43+, у нее канал называется, и я ссылку оставлю под этим видео. Так что, кому интересно будет, в общем, можете к ней обращаться, она принимает всех. Так что вот так вот. В общем, все, спасибо за внимание, чао, какао, пока.